Реализация стартап-проекта, нацеленного на то, чтобы дети с пользой использовали смартфоны, началась в ноябре 2023 года в бета-версии. За два месяца стартаперы провели множество анализов, чтобы составить дорожную карту. Это наш второй стартап, связанный с образованием. Наш последний стартап — игровая образовательная платформа. Приложение полностью бесплатно. Учащиеся получают денежные призы за решение задач на этой платформе. Они делятся по рейтингам в соответствии с набранными очками. Что создает между ними серьезную конкуренцию. Ранжирование происходит в общем режиме, а также по месяцам и по дням. Наша платформа имеет систему коинов. Когда ученик проходит этап, он зарабатывает и баллы, и коины. Затем он может обналичить собранные коины из своего кошелька. К примеру, 10 тысяч коинов — это один монат. В мобильном приложении есть такие модули, как игра по категориям, соревнования в группах тет-а-тет, ежедневные задания, развлечения и обучение, самопроверка, изучение языков, голосовая викторина, соревнования на знания. Основная целевая аудитория стартапа – дошкольники и ученики 1-8 классов. Бета-версия выявила интерес к программе у старшеклассников. Поэтому в приложении были введены новые категории – изучение языков и правил дорожного движения. Прибыль стартаперов формируется от реклам, которые всплывают на экранах при использовании приложения. Когда дети решают там какие-то задачи, они после этого смотрят рекламу. Из этого переходят нам какие-то деньги. И другая прибыль будет через наши партнеры, которые захотят делать свою рекламу именно те фирмы, которые хотят обращаться к детям. Кобиа создала много возможностей, чтобы стартаперы реализовывали свои идеи и цели. Мы разработали и запустили несколько механизмов поддержки стартапов по принципу 4B. Это в первую очередь приобретение знаний стартапами, потом помощь в регистрации бизнеса, выход на рынки и, конечно же, рост бизнеса. Важная часть нашей поддержки – это сертификат стартапа, так называемый, который освобождает стартапа 3 года от налогов. На сегодняшний день нами было выдано более 140 сертификатов стартапов. Стартап будет представлен на выставке, которую Кобиа проведет с 29 февраля. К этому времени мобильное приложение скачали около 2300 пользователей. Оно доступно как для устройств на Android, так и iOS. Фидан Гусейнова, Миразис Миралиоглу, Халид Алиев. Новости АСТВ.